болтали про пацанов в Афгане за дружеским столом. Нам песню напевал, нам будут пацаны, друзья, ночами снится, кто не пришел с войны, но в сердце навсегда пусть память детях их навечно сохранится, пусть дом наш не приходит, проклятая война. И жарили укропов ребята с пулеметов, и воины с Донбасса за нашу жизнь стоял. А парень на гитаре про пацанов в Афгане за дружеским столом нам песню напевал. А парень на гитаре про пацанов в Афгане за дружеским столом нам песню напевал. Ну, во всяком случае, скажем так, чтоб там не решили наверху, а тех, мы, в принципе, их тоже знаем, они говорят, мы вас знаем по именам, мы тоже, и мы не простим их, наших детей, наших стариков, наших женщин, наших разбитые дома, сожженные поля. И все, а остальное вообще. Это все, на самом деле, лишь все проститься, это никуда не проститься, Саня. Я просто о другом сказать. Завязанный кровью и сильно замазан. Нет, ради большого не проститься другое. Мы, понимаешь, тут еще наши принципы, понимаешь, традиционные. То есть мы не позволим себе новых героев, мы не примем. Конечно. У них новые герои, Бандера, Шухевич, они сегодня, понимаешь, они сносят памятники Жукову, Коневу, Ватутину, всем остальным. Они уничтожают, что для нас свято. Мы памятники Великой Отечественной войны себя даже восстанавливаем, понимаешь? Мы это усилия тратим. В прошлом году с ребятами весной восстановили памятник, где расстреляли там, ну, по официальным данным 18 тысяч, историки говорят наши, что советская власть чуть соврала, 7,5, ну даже если 1000 расстреляли людей, то есть красноармейцев, 42-43, вот в районе Ясиновато, где сейчас идут серьезные крупные бои, понимаешь. Там даже поле никто не пашет, потому что попытались один раз, а там кости сверху начали, и не трожится, то есть не трогается это вообще никак. Но мы эту память в основном храним, понимаешь. Там растет поколение совершенно в другом плане, воспитывается. Там? Но за 6 лет уже в этом плане воспитался. И плюс, лишая языка, в связи вот этой, оно ж каждый день идет. У них на сегодняшний день они убрали, закрыли школу, убрали русский язык заменили английским обязательно. То есть есть украинский и английский. На сегодняшний день по новой системе образования они убрали химию, биологию, убрали. Физику убрали. У них нет физики сегодня как предмета. То есть сегодня 21 век, когда очень много идет на стыке физико-химических элементов, да, этих вот. Ну, уровень образования, это понятно. Я просто достаточно часто был в Абхазии. И вот то поколение, которое в принципе уже выросло после грузино-абхазского конфликта, да, оно. Но все равно, блин, жуткая ненависть к грузинам. А грузин, знаешь, какая ненависть? Я случайно был в Грузии на свадьбе, там вообще, они мне, знаешь, как говорили, я предлагаю выпить тост, а вот вообще за ваших украинцев, которые были парни, я говорю, я вас уважаю, я вас на свадьбе. Но за тех ребят я пить не буду. Они, ну почему-то так. Ну потому что те фашисты, а я против фашистов, они воевали с моими дами, я за них пить не буду. Я ж тогда уже, это было где-то за 2 года до начала нашей войны, я об этом рассказывал. Говорю, я все что угодно выпью, выпью там за ваших предков просто. Но за этих ребят я пить не буду. Они мне рассказывают, да ты знаешь, эти абхазы. Я говорю, я знаю, у вас там была гражданская война это беда. Вот они, ты знаешь, они ворвали. Я говорю, так а вы что, тоже смотрели? Точно так же ж я знаю с вашей стороны. Спасибо. У вас там были семьи 50 на 50. Грузино-абхазские, абхазо-грузинские. О чем вы, ребята, говорите? Мы все раньше жили дружно. Я прошел советскую армию, Олег прошел советскую армию. Мы дружно жили. Дружно. У меня со мной служили армяне, азербайджанцы, казахи служили, белорусы. Ты понимаешь? Чечены были еще. Я 90-го года призыва, поэтому я понимаю. Я 86-го.
меня не было ни с кем никаких. Все были, конечно, разные, ну, как люди, как все. Но мы все, мы жили дружно, понимаешь? Мы жили дружно. Без этого, ну, как бы такого. Ну, просто тема такая для меня. Я понимаю, я понимаю. Понимаете, что завтра и ваши дети приедут сюда, и их дети приедут сюда. Это уже зависит от, вот, от нас. Вот. От нас с вами, я хотел сказать. Зависит то, как они будут себя здесь вести. Если вы дадите им почву для того, чтобы вражда продолжалась, может быть, именно вот эта территория Крыма, вот эта вот отдыхающая, где отдыхают люди, может быть, это будет примирением между людьми. Вот этими уже поколениями, которые наше поколение воспитано, что фашисты, а то поколение, поколение их детей, которые воспитаны, что режь москаляку, могиляку. Понимаешь, может быть, вот именно на этой земле они между собой найдут общий язык. Я, допустим, я по себе говорю, я не буду говорить за других. Я вот сколько живой, то, что я видел в разведке своими глазами, и что я не мог защитить мирных, потому что если я спалюсь сейчас в разведке, я провалю задание, я подведу бригаду «Восток». Это для меня свято. И я не выполню боевую задачу. Но я видел, что они делают там. Ну да. Понимаете? И я пацанам скажу, командир, давай, пошли. Смотрите и накапливайте в себе. И думайте, будете вы щадить правый сектор, брать их в плен, или не будет? Ну, по поводу правого и прочих, ну, это даже разговоры не идет. Олеша, буду сейчас хотел петь. Карловку хотел спеть. Вот. Первый бой 23 мая, это 23 мая 2014 года. Правый сектор, батальон Донбасс. Хотели захватить. И, в принципе, они сначала захватили наш блокпост «Восток», но вовремя тревожная группа, разведгруппа моя пришла, спецподразделение «Юг», и подтянулся батальон «Восток», мы отбили, а Карловку отбили. Мы не дали. В итоге, да, получилось. Я еще два слова скажу. Этот батальон процентов на 80. Я же не хотел сказать, я хотел досказать. Жесткой. Было очень короткотечный бой был. Около часа, да? И мы выбили 80% батальона Донбасса. Я хотел сказать, 80% с наполнения этого батальона были зэки. То есть что делала наша власть? Она вытаскивала из тюрьмы, давала в руки автоматы. То же самое, что в Абхазии. И более тебе скажу, тех двоих, которых наши ребята, ну, вытащили на нашу территорию, погибших, они оказались потом, один с Петровского района, Донецка. Местные все. И второй там где-то Маринка или что-то совсем, но это вообще вот так вот рядом. То есть они все были местные. Наш командир потом набрал вот эту местную власть, которая тюрьмами, примерно жестко сказал, если еще раз повторится, говорит, я найду вас и ваши семьи. Просто. Утро, Карловка, наш блокпост. 23 мая, а расчет у врага был прост. Всех с налета сметает, но Восток своих не бросал, это твердо все знали. По тревоге бойцов подняв, на подмогу умчали. Завязали разведкой бой у речного затона. Помнишь, братка, как мы с тобой поделили патроны? Как ты справа меня прикрыл, как враги напирали, как подмога зашла им в тыл, как ребят потеряли. Отгремел огонь и дым, БТР недалеко, у КамАЗа потом сидим, греет знамя Востока. Хлам разбит батальон Донбасс, что с орланом немецкий. А сколько будет боев у нас здесь под небом донецким?
утро, Карловка, наш блокпост. 23 мая. Так, не буду я больше о грустном. Довоенную песню вам пою. «Далеко до войны» – это автобиографическая вот песня. Вот. Все, что в этой песне сейчас вы услышите, это чисто про меня. Я ни с кого не писал и ничего не выдумывал. Называется песня «Именины». Именины тети Тани, это дальняя родня. Тетя Таня с детей парень пригласили и меня. Приходи, говорит, братишка, что по бритвам и не пьян. Приводи жену с собою. Приходи, говорит, Васян. И я сказал своей Матрёне, а чтоб была уся ништяк. А себе нагладил брюки, нафуфырил на пердак. А она в короткой юбке, кофта с вырезом, совал. Я свою Матрёну трезвый, такой в жизни не видал. Ах, именины, именины. Плохо помню, как бреду, только вот на именины до сих пор не отойду. Чинно так собрались гости, еле пили, все путем. Дружно тосты подымали, догонялись вино, а потом танцы начались. А дядя Валя ох давал, я, конечно, много выпил, только все же увидал, вижу, черт такой очкастый. И при галстуке весь начинает хрен бордастый в моей мотке падла лезть. А я ему шепчу культурно: «Уй ты, блин, козел какой, а ты давай, вали отсюда, а то будете в мордобоях именины, именины». Смутно помню, как бреду, только вот от именинов я никак не отойду.